То, что мы просили ребят сегодня выполнить, они практически старались все выполнить, да и неплохая получилась игра с нашей стороны. Единственное, что, конечно, огорчает то, что проиграли и допустили одну такую, я считаю, что грубейшая ошибка в обороне, не успели, наверное, перестроиться, не успели правильно сыграть именно при нашей потере мяча, не перестроились, не успели компактно сработать в оборонительных действиях, и нас соперник наказал. Но это опытная команда, команда, которая лидирует во второй лиге. И довольно-таки сегодня получился хороший спарринг. Я считаю, что мы достойно выглядели. Ну, расстроило то, что проиграли, но само содержание игры, отношения ребят и те задачи, которые мы ставили сегодня перед игрой, они пытались сегодня выполнить. И концовка, я считаю, что здесь вот последние там 10 минут мы доминировали. И единственное, что вроде бы контроль был, вроде бы доходили до штрафной площадки, у них не было такое обострение. Вот это, над этим нужно, конечно, нам очень много еще работать, потому что выполняя большой объем работы при оборонительных действиях, при созидании, мы немножко не можем распорядиться именно в фазе уже атаки. Найти момент для удара завершающего, для передачи. Конечно, вот здесь есть немножко у нас проблемы. Поэтому в то время, что у нас осталось до чемпионата, постараемся на этом сделать акцент. Но в целом провели неплохую игру, получили хорошую информацию для себя, увидели молодых ребят, снова же всю 19 взяли, и ребята довольно-таки немножко оживили игру, вышли неплохо на замену. Порадовало то, что желание, с каким вышли сегодня ребята, и тот настрой, который у них был, это с таким настроем и с таким желанием, если мы будем действовать, а исправим наши ошибки, которая у нас есть, то я думаю, что в чемпионате должно нам немножко по-другому все происходить, и немножко другая должна быть игра и результат, самое главное.